сегодня будем играть в магазин сладостей. У нас есть вот такой вот чемоданчик. Здесь магазин на колесах и много-много сладостей. Да. И мороженого, и леденцов, и конфеток, и попкорна. А еще показано, что этот магазин у нас будет музыкальным. И сидящим. Да, вот сколько много всего должно быть в наборе. Ух, красота какая! Какой у нас будет интересный магазин. Еще и зонтик такой будет. Давай мы откроем все, что у нас есть. И потом будем собирать. Ой, смотрите, ребята, у нас здесь даже денежки будут. В первую очередь нам для нашего магазина нужно поставить колеса. И так еще. Ну, не совсем так. Давай мы приделаем колеса, потом накроем крышкой. Давай колесики, подавай. Первая слава занята, значит, я буду сама собирать. У меня девка. Магазин готов. Колесики крутятся. Бух. Есть. Будет ездить. Вот так. Теперь накрываем крышкой. Давай будем все по очереди собирать, хорошо? Чтобы все правильно у нас было. О, смотри, какая красота! Правильно. Ух! Все, магазин игрушек собрали. Теперь же нам нужно поставить еще ручку. Вот наша ручка. Давай, вставляй ее сюда. Один кубик. Другой кубик. Будет два. Вот, защелкнули. Отлично! Теперь очень легко его перевозить. Так, это ты, Ярослава, уже умничка собрала. А теперь осталось самое главное, это нам раскласть наш товар. У нас очень-очень много товара. Одинки. Еще есть у нас вот такие красивые наклейки. Мы их будем клеить на мороженое, чупа-чупсы. А это наши денежки. Вот, держите еще одну деньгу. Давай. Так, где у нас денежки? У нас вот есть специальное отделение для денежек. Сюда мы их будем складывать. Держите еще одну деньгу. Это будет у нас мороженое рожок. Классные. Собирай, Ярославочка, мороженое. И пломбир, и клубничное есть мороженое. И шоколадное. И чипсовое. Так, это мороженое мы ставим вот сюда. А вот это куда? А вот это куда? А это у нас что такое? Чипсы. Это попкорн. Чипсы. Ну, попкорн мы можем поставить просто сюда вот. Еще ж мы наклейки наклеим на него, и тогда мы поймем, что у нас и где. Это же наши леденцы. Это да, это попкорн, правильно. У нас еще есть вот такое мороженое. Очень красивое. Сюда оно у нас ставится. Вкусняшка. Это, наверное, киви, шоколадное. Это куда? Вот еще одно мороженое. Я цепляю уже. Нам теперь нужно на леденцы поклеить наклейки. Попкорн мы уже собрали. Где вторая баночка с попкорном? А что здесь у нас? Я думаю, что здесь у нас будут конфетки, да? Нужно на наклейках посмотреть. Теперь мы будем клеить наклейки. Я тебе буду подавать, а ты будешь клеить. Да. Давай, первый чупа-чупс. Теперь будем клеить вот такие вот сердечки.
Это будет у нас, наверное, киви, да? Вот какие у нас единицы получаются. Только нужно еще с этой стороны наклеить. Да. Мамочка, я не успеваю. А ты успевай. Успеваю. И давай же будем сразу ставить их в наш магазин. Нет. Вот, смотри, где они стоят. Вот, специально у нас место для леденцов. Ой, уезжает. Уезжает наш магазин. Ну, придерживай. Ярослава, а у нас же есть еще в нашем магазине волшебная кнопочка в форме сердечка. Давай попробуем ее на нее нажать. Наш магазин музыкальный еще и светится. Еще и музыка разная играет. А, я поняла, тортик, по-моему, кусочек тортика. У нас еще есть вот такая вот чашечка специальная для мороженого с ложечкой. Мы ее тоже поставим сюда. Еще нам же нужно наклеить наклейки на наш попкорн. Давай я буду тебе подавать, а ты будешь клеить. А вот это, по-моему, сюда. Угу, да. И еще у нас есть вот такая специальная посуда для мороженого. С крышечкой. Да, да, вокруг баночки. Ну давай, пока ты будешь клеить эту баночку, а я наклею попкорн, хорошо? Чтобы все видели, что они покупают у нас. Вот такой у нас получается попкорн. У нас даже в магазине будет фастфуд. Большой ассортимент у нас в магазине. Вот так вот получается. А это апельсиновый сок. Давай ставим в магазин. Ой, уже и места у нас нет. И остались у нас большие наклейки, нужно нам украсить наш магазин. Вот такая красота. Наконец-то мы собрали магазин, смотрите, как он у нас сегодня получился. Для чего? Для того, чтобы приехали сладости, детки услышали и сразу выбежали покупать их. Понятно, правильно. Чтобы все слышали, что едет магазин сладостей, выходите, покупайте. Все, поехали мы продавать сладости. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока!